Детский сад «Волшебная страна» сравнительно недавно отпраздновал новоселье. И о зеленом убранстве территории еще только начал проявлять заботу. Интересы сотрудников заповедника «Утриш» и педагогического коллектива этого дошкольного учреждения совпали. Эта акция, она призвана побудить людей на активные действия в защиту и сохранение нашей планеты. Заповедник «Утриш» вот уже третий год подряд проводит акцию «Мы за зеленую планету» с высадкой деревьев в учреждениях образования. В этом году мы проводим эту акцию в детском саду номер 4 «Волшебная страна». Дети запомнят этот день как праздник с хороводами, играми и занимательным занятием. Методист отдела экологического просвещения заповедника Алла Письменная рассказала ребятам, как правильно сажать деревья, и подарила детскому саду редкие виды растений – можжевельник колючий и крымскую сосну, доставленные из Утрижского заповедника. А еще на территории сада в этот день высажены акация ленкоранская, клен платановидный, ива вьющаяся, елочка, дуб, несколько кустов форзиции. Активно помогали взрослым воспитанники подготовительной группы. Я хочу, чтобы у нас в садике было очень много деревьев. Почему? Мы будем ухаживать за ними. Беречь их, поливать, и когда будет жарко, я смогу к ним подойти, и мне станет немного прохладно. После того, как деревья были посажены, ребятишки оставили разноцветные отпечатки своих ладошек на листе ватмана. Так они проголосовали за зеленую планету. Этот лист сотрудники заповедника присоединят к подписям школьников и взрослых всего мира в ходе этой акции.